Наринмар-Укргазу пригрозили санкциями за регулярное повреждение инженерных сетей. Работники предприятия только за несколько месяцев неоднократно во время проведения собственных работ повреждали теплотрассы. При этом их комментарии сводятся к следующему. Обрыв произошел случайно, мы не заметили. Заявление о том, что Наринмар-Укргаз может попасть под санкции, сделал заместитель губернатора по вопросам инфраструктурного развития Владимир Бланк. На совещании по подготовке округа к предстоящей зиме он сказал, цитирую: «Так как поступает Укргаз, такого быть точно не должно. Я понимаю, когда 1-2 случая, но когда у вас более 10 за очень короткий строительный сезон, это уже становится смешно». Конец цитаты. Также вице-губернатор считает, что Печорское управление Ростехнадзора не справляется со своими контрольными функциями. Это ведомство, несмотря на регулярные повреждения инженерных сетей Укргазом, не выносит против них никаких санкций, хотя должно. Владимир Бланк отметил, если Наринмар-Укргаз еще раз во время выполнения работ оборвет участок теплотрассы, предприятие попадет под административное наказание.